Гоу как раз я от Тинича хочу попробовать. Возьму его в оффлейн. Посмотрим, как он на линии. Ой, ебать, там лайфстиллер, сука. Этот ебачий лайфстиллер сейчас супер популярен. И я вот его поймал. Мне будет пизда, по идее, да? А у нас керри снайпер. У нас керри снайпер. Так, ну я не знаю, что себе принести. Ну, типа, ботинок как-то странно. Ну, чела мозгов не хватило подойти, к сожалению. Блядь, я не понимаю, у меня урона 68. И еще топорик. Такое впечатление, что урона намного меньше. Какого хуя мне находит на тройку по КД? Вот я жму поиск быстрый, мне находит тройку. Почему? Почему мне находит эту ебаную тройку? Я бы хотел на четверке покатать, не заморачиваться. Мне, блядь, тройку находит. У нас просто такого тиника, ему же Avalanche подрезали, да? Ладно, ушел. У меня маны просто нет, банально. Бля, сейчас прилетит плюха. Он еще со всеми крипами поздороваюсь, как обычно. Отлично. Я даже не знаю, я купил этот блинк, я сейчас буду бегать, типа, кого-то убивать, а толку? Мне кажется, мне лучше было бы, наверное, реально мидас какой-нибудь ебануть, блядь, по фасту и фармить лес. Серьезно. Потому что, ну... ХЗ. Как минимум надо рассчитывать на то, что я буду в этой игре фармить. Я тос на Хускара. Встань на мины, встань на мины, встань на мины. Я говорю, тос на Хускара, встань на мины. Ты не можешь это сделать? Очень сложно? Клопа, алло, аккуратно. Ты чего не прыгнула? Крипы пойдут, если алло, я пойду куда? На ебаные мины. Так а пусть пойдут, какая разница-то, блядь? У тебя же ремонт. Большая урона не хватит. Хватит, я его тоснул. Ему похуй. Ну встань ничего. Сейчас туда, встань сейчас. Давай. Я понял. Ну. Пиздарики, комарики, блядь, просто меня выеб. Пизда-то тоснул, да? Да заткни свое ебало, черт ебаный. Пизда-то тоснул, да, долбоёб? Заткни свое ебало, черт ебаный, блядь. Пошел, пришел. Ты получишь 4 репорта, блядь. Я тебе уже кидаю репорт. Согласен, подтверждаю. Подтверждаю. За пятерку Т-часа 4 репорта, это 100%. Подтверждаю. Так что посиди еще по триггере своих тиммейтов, блядь, побольше, долбоёб. Блядь, и что мне делать? Сколько там, Хускар, 10-0? Да могли бы его убить, если эта тупая обезьяна, блядь, побежала бы на мины, но он тупая слишком. Смотрите, как он мины ставит, ебать, это пиздец, он даже в мину ставить не умеет, берет Т-часа. Говнарь ебаный. Номику пизда. Ну ладно, хотя бы из нее этот... Культуй, ульту! Ты чё, дебил? Дебил, блин, конченый просто. Всё, дурачок, блин. Дурачок. Еще я орхид, просто так у меня был бы уже орхид был бы. Ой, какой же ты, блин, такой чебурек просто. Чебурек. Ты ж надо было так просто обосраться. Надо было так просто обосраться. Понял. А ну вокер, чисто. Даст ты. Тини хорош. Я ёбарь-бобарь. Да блять, иди нахуй. У меня маны не хватает. У
Блин, ну Тэч, ну ты слепой или что? Ну подойди ты, дай спел один. Бля, началось, короче. Начался пиздец. Дайте мне этот итем, он мне самый лучший идет. Это имбалансный итем на шторма, дайте мне его. Что ты носишь на тинике его? Нахрен мне этот форстаф нужен сраный. Форстаф. Ай, блядь, дебилы. Ты не чел, блядь, но ты не заслуживаешь этого артефакта. То ли я, блядь, дядя с саблей, то ли ты кусок говна. Подожди. А я пошел. Сейчас уебем её. Сейчас. Мне не хватает маны. Ну, там все просто с семьёй у себя в лесу тусят. Что вы, ёбнутые там челы? Ладно, короче, порвлю. Да ебать, с километра ультанул. Что не хочешь подойти на копе. Бля, где мои вообще тиммейты? Чем они вообще занимаются? Что там, блядь, Хускар просто в мясо побитый на меня прыгает. Это же с гемом еще чел. Мог умереть. Блядь, он вообще не шарит, как минировать. Блядь, ебаная говно. Таких обобусов кинуло. Я ебал, блядь. Ладно, я, короче, беру себе ПТ. Я и не успел вообще. Да, типа, запаниковал, когда телепорт видел. Делаю ПТ и иду, блядь, в лейт. Вот что я подумал. Кади, Шива. Ну как да, минимум, Шива. Да, ты слишком дорогие тебя купали, что я не понимаю. Типа, что проблема? Слава богу, Лейтиллер пока меня еще не ест. Охренеть. Красиво. Ну я не специально стилил. Пускай один, походу, вообще не ходит, да? Он такой парень, не глупый. Я так вот умру. Я вроде не умру, кстати. Запрыгнем, я инвокера могу шотнуть. Ну, блять, ну кто-нибудь еще, ну ебаный в рот. Блин, я испугался. Снайпер, ты на такие моменты это тоже прилетает. Что ты АФК фармишь-то? Вроде выиграть можно, надо в лейт выйти именно. Самому. В жесткий. Причем в этой игре надо будет сделать БКБ. Я лечу. Четко. Ебать, мы их отъебали, что вообще. Что там челы какие-то реально донт вдупляют. Я уже хотел, так сказать, тильтануть в этой карте. Думал, все дубы. Но на инвоцкере там вообще слабенький игрок. На лайфстиллере вроде как тоже, судя по всему. Походу, там тоже слабенькие мальчики. Но, блядь, это такие мины на Т-часе, знаете, это уже прям вообще показатель фул долбоеба. Потому что на Т-часе уже, я не знаю, уже... Было время, когда на Т-часе, ну, мало людей умели играть, да? Сейчас на Т-часе играть умеет, ну, дохуя людей. Вот. Тем более, небезызвестный травоман, который нон-стоп и играет, и стримит, и, как бы, видосы записывает там. И, как бы, люди уже давным-давно должны знать... Зачем ты фармишь на тиннике? Ты адекватный, нет? Пёс липану, блядь. Понял. Сразу, блядь, осадил кобру. Не, он просто сразу в мут отправился, и все. Я с тобой не разговаривал, блядь. Он же керри, брат. Алло? Я тоже керри. Ему похуй, он долбает, забей. Аганим бы доделал я, алё. Да вы заебёте, блядь. А я чё, тут хуй с горы, блядь, стою или чё? Аганим, брат. Аганим даст очень большое преимущество нашей команде. Да нихуя нам твой аганим не даст, блядь, чё. Какое преимущество? Мы в дерьмище в полном. Какой нахуй аганим? У нас, блядь, Кири снайпер, конечно, в дерьмище. Вот эту еще пачку и взял, брат. Нихуя, ебать. Да ты, блядь, чел, Тини у меня фарм отнимает. Ты думаешь, он тебе будет его оставлять? Все, я собрал. Так, беремся, блядь. Алло? Жду 5 ультимативных, короче, в замесе. Все, пацаны, ну аганим, им пизда. Мне БКБ надо еще, мне похуй, я не буду драться. Переоценивает действие этого. Там за спиной стоит кто-то, за спиной кто-то стоит, алё. Почему я мудак-то, блядь, ему на аганим не хватает там копеек денег. Блядь, да тикает, он же суппорт, он же не митер. Куда вы там драться собрались? Да и на самом деле его аганим реально ничего не даст.
Его Аганим ничего не даст, потому что, ну, типа, блядь, он все равно не даст больше одного Sonic Wave в замесе. Я вообще не знаю, какой смысл тарить Аганим на квапу. Если бы Аганим на квапе был полезный, я бы его тоже покупал. Бля, вообще, надо было брать, наверное, талант ТОС «Не нужна цель», чтобы на мины тосать. Бля, они вообще играют ультра осторожно, они вообще не вылазят, ну это пиздец какой-то. Вообще ему попа на меня. Что-то вообще просто ноль урона. А что тебе не АФК? В смысле АФК? Че он не прыгает ни в кого? Кого, блядь? Ты вообще, блядь, сейчас не смотришь за игрой хотя бы? Че ти не АФК, ни в кого не прыгать? Не могу бить, сейчас буду бить. Давай. Ёбаный в рот. Мне пизда? Вроде нет? Да. Или да? А-а-а! О-о-о! Ебать! Как мы драку-то проиграли опять? Ладно, у меня будет БКБ, будет нормально. На хосте чел, да? Ты на хосте чел, да? Понял. Я здесь. Врум, бам, бим. Можем не спушить. Look at my horse, my core is amazing. Going away, away. Бля, мы тут кусика развлекаем, парни. Всем похуй. А, там Аганим. Так, парни. Гем на бадеху скоро. Иду его ебать. Он без БКБ. Буйство! Это мой... На линии вместе стояли с этим демоном, бля. Да какой он демон, он хуесос. Охуеть, ебать. Это мой, блядь. Как, на линии вместе стоит? Как правильно сказать? Торнадо! Хуесос, блядь. Как же он идет? Просто посмотрите. Можно трон нести просто. Тини хорош, машина просто. Хуесос на Тини, какой он хорош. Вот так вот, ебать, вот так вот, да. Хуесос на Тини, понятненько.